в этот период, когда идет вот такой вот игорный настрой, я стараюсь задерживаться, не отвлекать их. Если играют, то пускай играют. А как уже наиграются, уже видно, что вымотались, херней занимаются, всякую нехорошую бяку начинают собирать, тогда можно прогулку и заканчивать. Вот. А пока бегают, вот так вот играют, я стараюсь максимально, конечно, давать им наиграться. Самый основной период развития у щенков – это во время игры. Чем больше ты дашь им наиграться, тем они будут более развиты физически. Да и во всех остальных отношениях, также и иммунка, и интеллектуально. Составляющая это все влияет. Гулять, играть, контактировать с собакой по-любому надо. И чем ты это больше делаешь, чаще, тем лучше. У этой породы всегда должна быть динамика такая вот игривая. Скакать, играть. То есть это ихнее состояние, естественно. Ну, то есть собаки здоровые, они должны быть энергичны. Косточки эти разрешаю им грызть. Это их не тут местные схроны. Почему кости здесь валяются? Да и пускай валяются. Здесь кормил, потому что прямо на улице из пакета вываливал, грызли, растаскали. Теперь собирают их, подгрызают. Ну да ладно. Может, тетя Рита пошла яблоки опять искать свои гнилые, замороженные. Да, тетя Рит? Ты там опять яблочками, что ли, балуешься? А, тетя Рит? Рита, смотри сюда. Морда. Ты моя девочка, это фурия наша. Да, да. Такая она. Прикольная девка с характером. Туда нельзя, гидра. Собаки проходят мимо по аллее. Вот по команде нельзя, все стоят, ждут, все. Ну, желание есть, конечно, покинуть периметр. Рита, вот она, у нас хулиганила по этому вопросу, да? Получала. Периметр покидать запрещено. Но она у нас самая старая и самая хулиганистая. То есть за ней надо следить. Она очень энергичная у нас такая. Она еще не совсем старая. И что, 6 лет только будет? 5 лет еще. За ней следить надо. Эти детишки. Еще глупые. Они смотрят, что делают взрослые собаки. И повторяют за ними. То есть как ты... ведешь себя со взрослыми собаками, как ты их обучил. Эти детишки, они все видят, слизывают всю информацию, понимают, что надо делать. Почему их таким, ну, стандартным хозяйским командам даже обучать не надо? Они потому что и так все видят, слышат, знают. Команда сидеть, я вот Тургута и Орлана не обучал. То есть, видя, как выполняют эти команды тетя Рита с мамой, они сразу все поняли. Ну, не совсем сразу, потом несколько раз так попросил сесть. Сначала тупили, а потом все-таки сели. И все, закрепляешь вкусняшкой. По сути, и обучать не надо. Ну, удобно, когда есть взрослая собака. Вон там какое-то замороженное яблоко нашла. Фурия. Тетя Рита всех так научила яблоки замороженные откапывать. Она потому что у нас такая блудня, постоянно что-нибудь там откопать, сожрать. Всех учит.
Вот орланчик там хулиганит у нас. Вот, у меня прям душа поет, когда собачки вот так вот скачут. Видите, хвост поджимают, ушки в разные стороны, так вот в раскорячку, как зайка. Вот, как зайки они так скачут. Это говорит о том, что у собак все хорошо. Вот они сытые, довольные. Здоровье у них. Еще шерсть — отличный показатель здоровья для собак, друзья. Ну, по крайней мере, это не только мое мнение, это мнение абсолютно опытных многих таких вот собаководов, неоднократно я слышал. Как бы и сам это знаю, понимаю с детства. Шерсть — это все-таки первоочередной показатель состояния здоровья. Как по лимонке, так и по всему остальному. Идра, ну-ка брось. Че это там? Какой-то бяк уже. Ну-ка, все, хватит. Вот яблоки разрешишь, косточки разрешишь, а потом уж все остальное начинают собирать. Ну, здесь же я так больно-то щепетильно к этому не отношусь на своем участке-то. Все-таки у нас все под контролем. Вот, и я все-таки обхожу, смотрю. Ну, рефлекторно всегда смотрю, что собака кушает, что грызет. И сам тоже рекомендую, особенно за щенками смотреть. Они еще рефлекторно проглатывают многие вещи, с которыми потом возникают проблемы по здоровью. Начинают хандрить. Организм не может справиться, там, расщепить или выкинуть сразу. Такой мусор технологичный. Поэтому надо следить все-таки. Дети есть дети. Взрослые собаки, они более проворные в этом плане. Она уже жизнь повидала, она прошла, она всякую ерунду все равно уже не закидывает. Ну вот, но она может ошибиться, там, со вкусняшкой отравленную съесть, да, а в общем она не будет уже взрослая собака закидывать там какие-то полиэтиленки, пластмасски. И это ни к чему, потому что она уже наигралась, как бы все понимает. Вот, ну, в основном, как бы, со взрослыми попроще, а вот за щенками надо глаз да глаз. Они же глупые дети, они еще изучают этот мир. Как бы, и все зависит от нас, насколько будут щенки здоровы, жизнерадостные. Ну да ладно, думаю, на сегодня хватит. Пальцы начинают уже мерзнуть. Всем добра.